Доброе утро. Собачка на месте. Бежим, не тужим. Погодка офигенная, конечно, на пробежке. Просто самое то. Хороших всем выходных. Друзья, привет. Мы с Женей находимся у нас во Фреш Дубровске, да. Че как? Да я каждый раз сюда приезжаю, каждый раз удивляюсь, насколько он преображается. Он все лучше и лучше и лучше. Да, и вот мы хотим вот здесь, уже в этом месте запустить наш ресторан. Поэтому нам требуется бармен, нам требуется повар. Да, Женя? Да, пишите с вот нами сюда. Работать классно. Да, вот сюда я сейчас оставлю ссылку Наташи, моей жены. Она занимается вот этим всем кафе со своей подругой. Пишите им, если вы бармен, если вы повар, вы нам очень нужны. Нам прям надо срочно запускаться и делать здесь просто максимальный уют. Нет, смотрите, какой стиль. Здесь будет бар, там у нас будут столики стоять. Вы можете всегда прийти, покушать, купить тачку. У Дениса еще есть такая идея вообще фитнес здесь открыть. Ну так, пока еще в задумке это все, да? Ну в задумке, потому что Женя еще сомневается. Я говорю, Женек, точно. Он меня постоянно приобщает, ну точнее, хочет, чтобы я занимался спортом. Ну Денис всех так вот мотивирует. Я такой, ладно, когда-нибудь обязательно. Давай вот откроем фитнес, короче, тогда я точно буду заниматься. Все, поэтому фитнес тоже будет нам здесь. Нужен фитнес-инструктор, но об этом чуть позже. Сейчас нам нужны бармены и повара. Пишите, мы готовы вас взять к нам. Сначала поедим плотно, а потом будем заниматься. Блять, вы прикалываетесь? Это, короче, тут уже 3 человека на эту машину претендуют. Денис, Саня. Вот, на эту, да. Так, Жень, ну у меня же приоритетное право.